Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По СМИ прошла волна громких заголовков «Единая Россия отменит техосмотр». Читаем. Самая многочисленная фракция в Госдуме подготовит законопроект, по которому физлицам, владельцам легковых авто, не придется проходить технический осмотр, пока автомобилю не исполнится 4 года. Так, стоп. Ведь это правило уже действует. До 4 лет проходить ТО не надо. От 4 до 10 лет один раз в 2 года, а старше 10 лет ежегодно. Есть в законопроекте еще один нюанс. Обязательно ехать на ТО при смене владельца. Так это что ж получается? Это не послабление, это ужесточение. Сейчас, покупая подержанную машину, если на нее есть действующая диагностическая карта, можно ездить с ней до окончания срока действия. А тут сразу придется гнать на ТО. Ну что ж, спасибо партии родной. Трасса 101. Вы владеете хорошим, не премиальным автомобилем, не собираетесь с ним расставаться и радуетесь, что вся эта истерия с бешеным ростом цен на авто в России вас обходит стороной. Ха, как бы не так. Не забывайте, что с повышением цен расширяется список машин, в отношении которых действует так называемый налог на роскошь, по факту повышенный транспортный налог. Как сообщает издание «Автоньюз», с учетом последнего роста стоимости в список роскошных попали некоторые комплектации. Комплектации Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Tiguan, Havail H9 и другие модели. Традиционно Минпромторг обновит перечень в начале следующего года. Трасса 101. Пересекать сплошную линию разметки нельзя, но если другого выхода нет, то, получается, можно. Верховный суд отменил штраф в 5000 рублей женщине-водителю, которая выехала через сплошную на встречку, чтобы избежать столкновения. Ситуация была распространенная. Старенькие «Жигули» разворачивались, опять-таки через сплошную. Дама летела сзади. Поворотник, инициатор ДТП, включил в последний момент. Женщина решила, что успеет обогнуть его слева, но не срослось. Мировой судья, не задумываясь, наказал россиянку за выезд на встречную полосу. Но, как постановила высшая судебная инстанция, зря. Трасса 101. В Москве и Московской области за выброшенный из окна автомобиля окурок будут штрафовать на 10 тысяч рублей. Распознавать нарушения научат дорожные камеры. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение федерального парламента. Более серьезные проступки, связанные с мусором, будут караться гораздо жестче. Так, за сваливание отходов из кузова грузовика будет грозить штраф до 200 тысяч рублей и конфискация транспортного средства. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.